бля. Микро не работает. Я тут общаюсь. Привет. Сегодня я буду рисовать. С кем говоришь? С призраками. Это, короче, снежный тигр. И он идет по снегу. Точнее, по льду. Но лед в снегу, так что... По снегу. Че он в очках? Он очень интеллектуальный. Все. Вся информация. Почему у меня интерфейс? Ладно. А где его лицо-то? Вот очки можно пока убрать, пока они мне мешают. Вот это взять и объединить. Сегодня буду учиться рисовать морды, видимо. Так, у него розовый нос, фиолетовые глаза, все правильно. Все правильно, полосочки потом дорисую. Там у него есть пару полосок на щеках. Хай, мистер Матвей. А лед тонкий. Ну, как видишь, нет. Как музыка нормальная, я могу сделать погромче. Вот. Думала, давно не делала рисовательных стримов. Вот надо порисовать что-нибудь хотя бы. Так, придется рисовать, видимо, в квадратике пока что. Мне так удобно. У нас свет, по идее, идет сверху, вот так, отсюда. Ну, по идее, и отовсюду. Потому что снег отражает кучу света. Вот, так что можно не париться. Мне нужна моя удобная кисть. Я сегодня не делала почти ничего, только рисовала бупцы. Но бупцы мне не могу показывать на стриме, так что... А у него как? Сейчас посмотрю. Ну, вообще есть маленькое различие, но оно настолько ничтожное, что можно и не обращать внимания. А, спал все время, кушаю пиццу тебе. Приятно. Я сегодня на вареньках. Вчера на пельменях, сегодня на варениках. У меня прям тесто мясный день. Неделя. Сколько это будет продолжаться? Сейчас я освоюсь, а то я перескакиваю с одной программы на другую. Постоянно забываю, какие горячие клавиши где использую. Привет, мистер Красный Глаз. Почему красный? Почему только один? А второй какой? Второй зеленый. И ты, получается, тебе должно быть что-нибудь оранжевое. Например, волосы рыжие. Это, получается, светофор. Это я придумала. Thank you.
потому что на одном глазе сосуды лопаются постоянно. О-о-о. Грустненько, наверное. У меня, в общем-то, тоже есть проблемы с сосудами. Сосуды — это вообще... Что это? Почините, пожалуйста, природа сосуды. Все время ломаются. Так, я общие, короче, я это кисть общие цвета, все эти штуки наваяю, а потом другими кистями начну, наверное, работать, потому что она слишком квадратная для этой морды. Конечно, я ему и намазала тут. Я думал, у льва рыжий волос. Это не лев, это снежный тигр. Типа он белый. Не лев. Нет, это тигр. Тигр. Он делает рар. О, привет. Батя, батики, за подписочку. Предупреждаю, я не всегда такая тихая. Чтобы потом не удивляться. Музыка, ты где? Верни обратно. Спасибо. Тихо. Тут должно быть углубление, потом опять вот этого. Вот морды ваши. Вот собак намного проще рисовать. У них все понятно. В основном. Ай! Ты шо? Ты чё? Биение этого стримера бесплатно. Это на каком слое? А, на этом же. Опять ар спонсируется. Да? А, ар спонсируется экстремили. Что такое Велти? I'm not Englishman. Где парень, с которым вы здесь играли эту страшилку? Он работает. Он не обязан со мной все время стримить, это все-таки мой канал. Вот.
Может, какую-нибудь пободрее музычку найти, а то я сейчас усну, мне кажется. Она, конечно, очень тематическая, но... Тут есть синтвейв, хотите? Что такая тихая? Давай послушаем Фэнка Синатра. Я хочу что-нибудь нормальное. Что там скинул? Что это? knowyourmemia.com? Что это? Я не буду тыкать на незнакомые ссылки. Что искусство всегда спонсируется миллионерами, королями, очень богатыми фури. А, ну, мои фури не очень богатые. Поэтому я тоже не очень богатый. Так получилось. Я, кстати, сегодня завела новый ютубчик-канал, чтобы туда свои клипы сливать, всякие маленькие видосики. Говорят, что типа на новых каналах очень быстро растет статистика, просмотры, всякая хуйня. Сейчас проверим. Не получится, ну и хуй с ним. Типа разделю на два. Там будет длинные видосы на одном, короткие видосы на другом. Будем смотреть клипы. Детектив, бэкграунд мьюзик, но не совсем, не совсем. Влог, но копирайт. Давай, будем вложить. А что такое 2 минуты? Не, 2 минуты вложить это недостаточно. Блин, хотите, я вложик запишу. Так, фильтры более 20 минут, давай. Господи, так сложно подобрать музыку под стрим. Не знаю, пусть пока играет. Ну, не обманули. Звучит ретро. Она сектишится. Я это буду включать копирайтчины музыки когда разберусь, короче, с этим, с УБСом. Короче, мне там нужно разделить дорожки на разные дорожки, чтобы одна дорожка записывалась, другая дорожка не записывалась. И тогда мы сможем слушать нормально, я смогу вот это вот все. Вот. Ну и в записи не будет, конечно же, никакой музыки, будет смешно. Когда я танцую, а музыки нет. У меня есть парочка таких записей. Ну а все настройки сбились от печали. Потому что ОБС обновился внезапно. Да.
снежинки будут на волосах лежать. Кстати, можно будет сделать. Овер, когда я доделала. Я один глаз сделала более человеческий, а другой более кошачий. Вот выбирай, какой, блин, рисовать. А у меня какого размера это изображение? Чуть мне кажется, маловато. Изображение, размер 4000, почти 5. Ну, не знаю. Ну, не знаю, вроде нормально. А вроде и нормально. Скорее всего, от того, что это не портрет, это кажется. Сегодня у меня даже кошки вон спят, не бегают. Что за день? Маловато, мне прям неудобно рисовать. А, давай, давай 6. Ну вот теперь уже не так пикселит. Сколько? 20 минут уже ничего не делаю. Практически. Пытаюсь сравнять глаза. Тут из-за того, что волосы еще мешаются. Более квадратные глаза. Можно, в принципе, так сделать. Thank you.
вы рассказываете, что делаете. Это понятно, я ничем не занимаюсь обычно. Сплю, рисую. Вот один раз сходила погулять за штанами. Залипаю ем пиццу. Только уже вызвали пиццу, я тоже хочу пиццу. Вот. Сходили за штанами. Вот. Взяли те, что подешевле. Теперь у меня есть новогодние штаны с пёсиками и подарочками. Всё, больше у меня ничего нет. У тебя вареники есть? Уже нету, я съела. Берёшь медом, поливаешь чаем. У меня нету меда. Мед дорого. На паровозике детском катался. А что, тебя туда впустили? Хотя я не знаю, какого размера у вас там паровозики, но у нас лично они маленькие. Ну что, шофер поделать? Ого. А у нас-то всего лишь минус 40. Я такая просто хожу, как у меня, короче, этот... Пуховик, ну, возможно, вы видели на фотках, не знаю. Короче, он огромный. И женщина одна такая. Ой, вы, наверное, беременна. Я такая, нет, это просто мой пуховик. Он гигантский. Целый день почти спал, устал. Пуховик беременный. Да. Потому что все время обо всем спотыкаюсь. Так, посуровее пусть будет. Мои руки вообще меня сегодня еле слушаются. Я не знаю почему. Странно. А так. А ты тыкнул? Ну ты мой стрим у себя включил? Просто вдруг ты вообще не знаешь, что я тут делаю. Все, теперь знаешь. Я есть. Давайте, пока он не слышит, что-нибудь пообсуждаем про него. Тихо, только не говорите. Добавила полосочки, сразу понятно, что это тигр. Все, так понятно.
какие большие щеки я ему наделала. Не слишком ли большие? А уже кашку кушала. Может, мне в Твиттере запостить? Смотрите, я стримлю, вау. А вдруг? Вдруг меня Илон Маск репостнет? Скажет, ну нихуя себе, мне нора стримит. Никогда такого не видел. Гетвич с оповещения приходит. Телеграм? Да. Правильно. А больше нигде их нет. Ладно, в Дискорде еще есть. Только там нужно на кнопочку нажимать, чтобы они приходили. На каком языке я написала? Па-п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 а. Хочу что-нибудь повеселее. Чё? Синтвейв не для меня. Почему всё такое грустненькое? Грусти. Да это не я, это музыка. Так, что я там сделала, пока делала? Опа. Ди-ди-ди-ди-ди. Ну, я сделала пивную морду, вау. Вау! Давай все остальное сделаем объемным. Ему точки для усов не надо сделать. Это все в деталях будет. Так, оно все объединено, объединено. 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 Надо будет еще хвост приделать потом. Давай потом. Но вообще точки не обязательно, можно и не приделывать их. Вообще я сделала чуть-чуть. Вот. Вот. Скорее углубление.
Так, я совершенно не умею рисовать одежду, так что придется рисовать как умею. Привет, Пикачу. Самое мое грустное привет в мире. Алекс, спаси меня от этого. Алекс, спаси, помоги. Спаси, помоги. Владик, ты... Спасибо, наконец-то. Ладно бы, если еще разные вещи писал, так это мне тоже спать. Чуть-чуть вырисовывается. Да. Я чисто, знаешь, уже это на мышечной памяти. Ну, тут должно быть, наверное, вот так. Что-то так. Слушайте, а ты еще за... Как сказать? Вещи, они это... Кто они? Они... Я забыла слово, сука. Короче, пуговицы с какой стороны должны быть? Справа или слева? Эй, ты где-то у меня тут мой референс? Пипичка... Референс лад. Не совсем то, что мне нужно. Все в кучу смешалось. Пиджак, пожалуйста. Жуков нет. Ой. Как он? Пальто. Пальто, кот. Пальто черное. Почему только женские показывают? Правильно нарисовала. Кажется. Или нет? А, нет, неправильно. Наоборот, я думаю, что-то как-то вот неправильно. Оно неправильно. Все правильно, что оно неправильно.
формы flip horizontal. Mine's not hot, I am very hot. Что-то мне жарко. Так, у него какие-то складочки тут вот так вот идут на этом пальто. Ну что, мне так что надо? Почему так? Hello, how are you? Hello. I am under the water. Please help me. Привет. Here too much raining. Я, как видишь, сегодня тружусь. Только сел аниме смотреть, а тут ты. Так можно совмещать. Я обычно так и делаю. Я раньше, кстати, когда рисовала, включала аниме на фоне. Но потом мне сказали, так не делай. Я так больше не делаю. Я такая, ну ладно. А у этого так, как я нарисовала. А, нет, я же отразила. А, точно, я же отразила. Вот поэтому, наверное, мне так и кажется. Короче, вот так должно быть. Так, и пуговички должны быть вот с этой стороны, вот так. Волос не нора в голове будет. А. Просто вне контекста голос не нора в голове будет. Чисто full time. Соболезную. Скоро Нора на Ютубе будет. В смысле скоро, я там уже есть. Я там делаю много видосиков. Просто сделала второй канал. Я сначала подумала, да? Может нафиг? А потом подумала, пусть будет для шортсов отдельный канал. Типа, а вдруг выстрелит, прикинь. Если мне, конечно, помогут лайчиком выстрелить, будет быстрее. Будет, наверное, людей побольше в чатике. Заказ какой-то. Тап. Если я рисую не на заказ, то, скорее всего, я рисую себя на какую-нибудь аватарку или еще куда-нибудь. Чисто, знаешь, только по важным делам рисую. К сожалению, на данный момент только так. Музыка громко? Ты че, сука, музыка? Музыка сраная сегодня вообще меня расстраивает. Есть какая-нибудь хорошая музыка. Правда? За пуки-пуки. Тут либо синт-вейв, либо... Winter Lo-Fi. Ну, давай попробуем Winter Lo-Fi. Мы уснём с вами.
Кто-нибудь из вас носит пальтишко? Похоже на пальтишко. Профаните. Профаните или запруфте? Рецензия по рисунку давать можно? Не знаю. Не то чтобы я их буду придерживаться, потому что я придерживаюсь мнения заказчиков скорее. Можешь, в принципе, говорить все, что хочешь. Ну, давайте я забаню. Шутка. Смотря что напишешь, скажешь, ну все, ты рисуешь говно, руки у тебя жопа, то типа я что, терпеть буду? Привет, классно рисуешь. Привет, мистер Дарнус, Кнарк, Кнарк, Дарк, Кнус. Привет, мистер. Ты что, мой единственный подписчик? Спасибо, конечно. Че, мой единственный подписчик? Так, я хочу. Где голова? Это голова. Голова. Новый слой. Мультиплей. Лип. Просто ж я боюсь так вручную это все делать. Синего немноговато. Не, может, фиолетово добавить. Ну, так, конечно, получше. Объединить. Я на тебя на YouTube подписан. Ура, ура, на меня подписан на YouTube. Твен, типа, занимается анимацией. Он сейчас увлекся совмещением 2D-рисунков и анимации в блендере. Вот. Ну, можете посмотреть, у меня там на ютубчике выложен видосик, где я нарисовала, короче, челиков, а он сделал это все в 3D, короче, и заанимировал. Вот. Не то, что прям анимация-анимация, но там именно сцены, типа... И всякие вот такое. В этот раз он рисует вертолет. Ну как рисует? Рисует челиков, а вертолет 3D-шный. Так. И, короче, оно вместе все совмещается, и получается мини-арт и мини-анимация. Так. Че, может, фон немножко поделать? Супергордный аватар, сейчас есть спрос, на них можно заказы принимать. Можно.
Но чтобы принять заказы, нужно потратить деньги еще и на рекламу. Супер же популярный ютубер. Не буду, у кого попало заказ. Но вообще, я уже сделала аватар на заказ один для ВК-группы. Но, блин, на самом деле, эти деньги вообще... Типа... Я, по сути, работаю в минус, потому что для СНГ я очень большую скидку даю, потому что иначе вообще не заказывают. Вот. Ну, хоть какая-то, не знаю, фри мани на еду. Ну, как фри. Что такое живая анимация? Ко мне вопрос. Ну, наверное, вот то, что у меня вот тут скачет. Покадровая анимация, я не знаю. Что ты имеешь в виду? Адик, что такое живая анимация? Он тоже не знает. Это, кстати, эту фигню, наверное, день делала, вот эту вот скачущую, верчущуюся. Вроде бы всего лишь нужно скопировать пальцы и пририсовать к этому свое лицо, но что-то я такая, сейчас за час сделаю. Да нифига подобного. Это что, на каком слое? Что такое? Что такое? Что такое? Ага, вот он этот слой. А это что за слой? Это какой-то дым. И это дым. Это елочки. А вот это уже снег. Вот это вот объединить с этим вот. Все, теперь оно все вместе. Я должна здесь хотя бы сделать видимость того, что тут есть кирпичи. Ну, кстати, вот тут, вот у меня есть референс моста. А вот тут у него, например, вот в этом месте просто полоски из-за того, что все слилось. Типа оно издалека не видно особо. Зайдет или нет? А она потом сливается в кирпиче. Забавно. Часто баллы канала не идут уже 53 минуты. В смысле они идут? Только что же использовали люди. Все включено, только что же меня гладили по голове. На кворке сидишь? На ком? На банане. Все вареники с картошкой. Сегодня вообще мясо не ела. Ну, кусочек. Сейчас на картошке весь день. Вот так. Плюс не идет, использовать можно. Почему не идет? Ну, есть где это уже проблема сайтов, которые я использую, потому что они иногда бывают почему-то не работают. Владик, ты
ничего не забала канал? Ну, именно с анимацией. У него просто миллион. Вот, видите, все работает. Че вы? Я тебе просто Дискорда кинул ссылку. Это платформа для фрилансеров. Можешь брать заказы там. То я, у меня вообще-то много есть всяких платформ. Может, я ее знаю. Знаю. С этими сайтами еще заморочишка, еще нужно, не знаю, чтобы тебя видели в топе на сайте, нужно заплатить 10 тысяч на премиум подписку, чтобы ты смогла продавать. А я такая, у меня ноль денег, блин, я сюда пришла зарабатывать, а не платить. Типа, обычно такие сайты именно так зарабатывают, типа, приходят бедные маленькие художники, и с них еще деньги просят. Иначе я просто оказываюсь на дне. На каком слое я рисую? Я новый слой сделала, зачем? Что я нажала? Платформа одна из самых распространенных в Москве и Питере. Там для компании брали ребят на разную работу. Я не люблю работу на компании, честно. Вот прям вот что хочешь мне говори. Работа на компании — это худшая работа в моей жизни. Вот все работы на компании, которые у меня были, это отвратительно. Отвратительно. Либо челики из компании сами не знают, что они хотят для своих рисунков, либо челики из компании не знают, сколько мне платить, либо челики из компании запутались вообще со всем, что они хотят, либо челики из компании у них есть определенное видение, которому я должна соответствовать. Еще помимо того, что я должна сделать рисунок, я должна еще попрыгать на бубне, станцевать и сварить, не знаю, чабату. Нора читать не умеет. Она рисует ей некогда. По факту. Вот вроде бы думаешь, ну вот 5000 за арт, наверное, дохуя. А потом тебе за те 5000 весь месяц будут так мозг высирать, что думаешь, господи, да я лучше повешусь и пойду на завод работать, чем вот с этим, вот со всем разбираться. Не становитесь, люди, художниками. Рил на завод. По факту. Что-то там работать, стараться. Зачем? Приходишь, тебе дают одно и то же занятие каждый день. Никаких вопросов нет. Мы посмотрели вот вакансии всякие для художников на всякие там. Ну, короче, разные. Для видеоигр, не для видеоигр, для всяких вот арт-лидеры или еще что-нибудь. Короче, там список требований такой за 15 тысяч в месяц, что я думаю, вы нанимаете точно художника, а не разнорабочего, я не понимаю. 15 тысяч рублей я должна уметь делать все. Типа, помимо рисования, вот все. Я должна и анимировать, и то, и еще. И во всех платформах я должна разбираться идеально. Еще я должна быть еще и менеджером. Я такая думаю, а нахуй оно мне надо? Нет, я буду лучше дальше рисовать фурей. Они вообще не требовательные. Вот я рисую, и чел даже не говорит мне, где мой арт.
просто ждет. Я такая, заебись. У меня только один чел попался, вот я недавно плакалась, и он был супер странный, супер странным запросом. И я больше, наверное, с ним работать не буду. Потому что он сначала сказал, да-да, я все одобряю, всю твою работу, как бы рисуй дальше. А потом сказал, нет, все переделывай заново, мне вообще ничего не нравится, я куплю другого художника, ты вообще иди нахуй. Я такая, типа, ты сказал, что отлично, все. Почему? Я, когда я уже заканчиваю арт, тебе вдруг не нравится, хотя до этого тебя все устраивало. Я думаю, в пизду тебе. Чего раньше молчал, сука? Я уже не буду заново переделывать. Капец, уважение ноль. Я ему такая спрашиваю. Это скетч. Смотри, если тебе что-то не устраивает, я переделаю. Потом переделывать не буду. Он такой, ну да. А потом такой, ну нет, мне не нравится. Вот такие вот меня бесят. Какую роль играют ветки на расфокусе? Они, короче, создают объем. Я бы хотела еще сделать... Наверное, не буду. Они создают эффект того, что мы, типа, внутри. Мне нравится, когда есть разные планы, короче, на рисунке. Вот. Так создается эффект присутствия. Ну, лично для меня. Аркопизата левая. Левая. Левая это вот это? Ну, я ее делаю, да. Рвэу. Я не буду прям полностью прям фул прорисовывать, потому что арт не сильно прям дорогой. Ну, кота-то, конечно, хорошо прорисовал, все остальное, ну, так, на среднем. Плюс-минус. Ой, что-то в горле застряло. Обидно. Тут все пиздатое. Спасибо. Аж плачу. Подлиза. Ну, вот так вот. Не подлежишь, не получишь фривипку. Шутка. Я на самом деле не очень люблю, когда мне прям говорят, что я идеальна, что-то там это. Потому что такие люди, как правило, очень странные. И они, типа... И чел написал, люблю не норочку. Спасибо, конечно. Я имею в виду прям вот странные люди. У меня есть один такой чел. Нет, да два даже. Но один чел очень быстро ливнул. Второй чел, мне пришлось от него избавиться. Ну, в смысле, легально. И он до сих пор меня преследует. И я, типа, такая... Хватит, оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Причем у челика какие-то есть психологические проблемы, которые он почему-то хочет решать через меня, и мне это не нравится. Кони летают, она психует. Кайф контент. Да. Ты про Скайрим? Если вот так по чуть-чуть делать, то вроде вырисовывается. Как будто кирпичики можно каждый и не прорисовывать. Я так думаю. Ну, Скайрим это, конечно, отдельный тип у меня искусства. Мой Скайрим это я что-то сделала с ним невероятно.
хочу еще поиграть. Пока надо рисовать. После количества твоих модов. Там забуговался, скорее не моды, а дополнение от Твича. Там есть дополнение от Твича, которое позволяет добавлять всякие штуки в игру. Вот, и оно забуговалось. Круто у тушки дрогается. Здесь или вот здесь? Какие? Прядбуст. Смотрите, я дрыгаю. Тихо, глаз, палец. А если вот так делать? Странно получается. Я рукой вожу. Merry Christmas, Nintendo Advent Chat. Love and God take Merry Christmas. I'm not Christmas man, but Merry Christmas. In Russia, Christmas in another time. And we are celebrating New Year. Присмотрел, но не понял, про какие именно ушки. У меня есть вот тут уши, где я верчу пальцами. И мои уши реальны. Ты про те ушки? Perfect English. I am not Englishman. Представляете, я ходила в детский лагерь. Ну, сколько мне было лет? Лет 14, наверное. Короче, и не очень много, не очень мало. И я ходила в группу, посвященную английскому. Именно там были спортсмены, такие спортсмены, другие. Знаете, от каждого занятия по группе. Вот, а мы были в группе английского. Знаете, чем мы занимались? Иногда у нас была парочка уроков английского, очень простые, вообще почти ничему нас не учили. Про уши ниже пальцев. Но пальцы тоже крутые, правые нижние уши. Уши ниже пальцев. Ладно. Что за шапка летает без дела? Шапка. Я забыла убрать. Тихо. Ничего не видели. Не было шапки никакой. Не было. Все, шапка отсутствует. Ну что, ты понимаешь, чем? Которые в кофточке. А, эти. Все понятно. Так вот, чем мы там занимались. Была парочка очень простых уроков. Еще мы бы делали сценки на английском языке парочку раз. И один раз у нас был квест с заданиями на английском языке. Ну, конечно же, все эти задания выполняло 1-2 человека, а все остальные просто за ним бегали. Я такая думаю, ну офигенная коллективная работа. Конечно, надо было им разделить на группы поменьше, там на 2 человека, на 3. А там 10 человек бегают в одну и ту же сторону. Чего это только не продумали как-то. Еще я там постоянно играла в дурака.
одной девкой, и мы с ней так усыкались и ржали. Не, с другой, но на той же, короче. Мы так с одной фразы усыкались, что даже написали ее над кроватью. Маленькие эти, как их... Как называют? Когда портишь, короче. Эта фраза была «Live in society». Ну, почти. Этой фразой был Альберт Эйнштейн. Ты же, кроме фонарей, самолетов и верфей, что-то рисуешь? Да, я все рисую, понимаешь? Все, все, вот все, что существует. Я вот раньше прям сильно упарывалась по пейзажам, потом я сильно упарывалась по аниме. У меня есть король лич нарисованный, в моей группе можно увидеть. Вот, я по фэнтезиатине люблю всякую штуку рисовать. У меня есть этот... из Final Fantasy крольчиха такая стоит с драконом. Вот. Потом просто сильно упарывалась. Давай! Я так не упарываюсь. Что ты меня дискредитируешь? Ой, все. Добря. Все понятно. О чем я вообще говорила? Я забыла. Почему я добавила тут текстуры масла? Ну, в смысле, бумаги масляной. Короче, чем дальше, тем менее прорисован мост. А так... Тут должна быть еще арочка. Такая, типа... Может, ее на новом слое сделать? Как это называется? Ты говорила, что не любишь подлиз. Хотела забанить хов. Я такого не говорила, что хочу прям забанить. Да, во-первых. Во-вторых, подлизы и вправду меня пугают. Которые прям откровенные, знаете, типа. Самое лучшее, самое-самое замечательное. Потом делаешь что-нибудь не так. Ах ты, тварь! Все, я тебя забаню из своей жизни навсегда. Эта штука должна быть темнее или светлее, учитывая, что свет идет отсюда, но вот так. Короче, непонятно. Уже попонятнее выглядит, наверное. А я сейчас чихну.
Вообще мне больше всего нравится рисовать лес. Не знаю почему. Люблю рисовать сраные деревья. Только потом думаю, как бы побыстрее с этим закончить. Потому что надо каждую листочек, каждую травинку. Вот, кстати, зимний лес отлично рисовать. Но только не хвойный. Хвойный я вот тут чисто кистями сделала, потому что рисовать это вручную нафиг на. Никто не будет ждать полгода, пока я все это нарисую. Доброе утро, моя курочка. Доброе утро. Чай подлизался. Сюда подлизался. Ладно. Спасибо, спасибо. Спасибо за подлиз. Я сегодня поем что-нибудь, кроме картошки, может быть. Или завтра. Та-да! Съесть кислючку. Ладно. Ладно, сами напросились. Их у меня дохрена, если честно. Она еще ни разу не выпадала. Поэтому я упаковку с кисличками даже ни разу не открывала. Я не знаю, насколько эта кисличка кислая. Мне мистер Силон подарил их на день рождения. Да. Он видел меня в реальной жизни, кошмар. Теперь он всем расскажет, что я ничем не отличаюсь. Нет, Чи, ты не сможешь это есть. При всем уважении к тебе, но даже если тебе в рот засуну, то ты выплюнешь очень быстро. Ну на, понюхай. Ей очень не нравится. Она пахнет лимоном. Или чем-то ванильным. Я скажу. Как много нет. Я тоже это делаю. Чего? А, у меня из носа аж пошло что-то. Точнее, не пошло, а как будто бы там пузырики. Странное ощущение. Я отходил бы о чем? Я ем кисличку уже, донат. Не. О, сладенько пошла. Сегодня, видимо, у меня иммунитет к кислючке. Мне сегодня повезло. Боже, что у нее было во рту? А что это за пошло? Не знаю, я 2D. Не контекст, а смешно, конечно. Ой. Как эта кисличка называется? Sour candy. Все остальное написано на японском, так что я хрен его знает. Я не умею в японский. Так. Так как у нас свет идет отсюда. Вот отсюда. Но тут должна быть темнота. Вот тут вот так. Вот тут оно сливается. Да. Это мы уже выяснили. Почавкаю вам в уши. Блин, жалко нет АСМР микрофон. Нет, чавкать в АСМР микрофон — это ужасно. Я не люблю такое. Но кто-то, возможно, любит, так что...
Я люблю СМР, который где шуршат палочками и всякой такой штукой. Вот. Или шепчут что-нибудь на ушко и говорят: спи, 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 спи. Как только будет СМР, я отписываюсь. В смысле? Я не такой СМР, как ты думаешь, хочу делать. Я хочу нормальный СМР, под который можно спать, а не дрочить. Понимаете? Такой СМР. Нормальный СМР, а не СМР-курильщик. Hello, how are you? Hello, I'm under the water. Christoph. Please help me. You're too much raining. Не переживай, не скоро будет. АСМР-микрофон стоит где-то 500 тысяч. Так что, скорее всего, к этому времени ты от меня отпишешься раньше. Мукбанг? Не, в мукбанг нужно камеру и все остальное. Не-не-не-не-не-не. Мукбанг — это не моя история. Я хочу шуршать штучками. Можно АСМР, как я рисую. Типа я поставлю камеру вот на руки, короче. И я буду шуршать. Хотя у меня, кстати, у меня планшет вообще никаких звуков не издает. Вы слышите? Вообще ноль звуков практически. Мукбанг, но только звуки. Но это странно. Не, не хочу такое делать. Теперь надо все остальное, со всем остальным так сделать. Камеру на пупсы поставить, слышал, камеру на руки поставить не слышал. Ну, вы твичевские, конечно, вот привыкли, что вот все время все с пупсами связано у девок. Я вообще-то не такая. Поэтому у меня такой маленький онлайн. Ну что поделать? Мы легкими путями не идем. Тут прям вот так. Странно, бупсы большие 4 штуки, а онлайн не под 1000. Ну, видимо, бупсов недостаточно, так что. Да? Ёб твою мать. Как я так сделала? Ладно, придется вот это вырезать, а это так уже останется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О май гад.
Нинуара Хрюковская. Если к правому нижнему чепику бупсу тоже приделать, может, слайд поднимется? Не, не думаю. Так не работает. Что мозг против меня что-то делает. У тебя на шортсах 600 просмотров. Чего? Подожди, я должна это проверить. Ты серьезно? Ты не врешь мне? Сколько у меня просмотров? Слушай, а если у меня так дохуя просмотров, что так мало лайков? Новые сабы, серьезно? То есть это реально работает? То есть не спизданули? Шортсы на новом канале работает. Инфа проверена. Можете использовать. Чалики, создаем новые каналы, пилим шортсы, получаем просмотры. На старом канале? Что в смысле на старом канале? Как это на старом? О, нихуя! Серьезно? Чё? Почему? Вот на этом? У меня шорт залетел, прикиньте, на старом канале. Как это вообще возможно? Это там, где я ору, короче. Я могу вам ссылочку дать, чтобы запрувнуть, поделиться, копировать. Прикиньте, я что теперь, почти популярная? Смотрите, смотрите, я популярная. Нет, такого не бывает, это все пиздеж какой-то. Говорят, кстати, что нужно обязательно на шортсах говорить или писать. Подписывайтесь на канал, иначе никто никогда не подпишется. В общем-то, что правда. У меня 600 просмотров, и одна всего лишь подписка. Но мой фолт. Слышал, что на ютубе ранжируется весь канал под свою группу. Поэтому стримы и контент некоторые люди кидают в разный канал. Да, я вот так же захотела попробовать сделать шортс на новом канале. А у меня шортс залетел на старом канале. Как это вообще возможно? Ну какие бубы. Спасибо. Вне контекста просто фраза что-то внезапная. Так, повторяющиеся, я хочу вот так. Я почему-то пикаю вот отсюда, блин, там где черный, и потом такая, а что это я черным рисую? Мой мозг, он просто удаляет вот то, что на переднем плане, и мне кажется, что этого и нет. Я надеюсь, я не на том слое опять рисую. Ну, все хорошо. На шортсе бубы. Там буба есть. Что-то я не припомню. Залеты они такие. Ты просто хочешь получить удовольствие, выкладываешь шортс, вообще-то с тобой шорт залетает, капец. Ага. То есть я могу, в принципе, новый канал удалять? Шутка. Пусть будет. Пусть будет как дополнительный. Ну все получается, буду пилить их. Придется мне вот эту всю фигню, вот это заниматься, монтажить, вот это вот все. Обрезать.
счастлив, ты знаешь, нет. Он. Я мало кого знаю. У меня нет времени никого смотреть, в общем-то. Это с китом на голове. А, это? У нее есть СМР-микрофон, так что пошла. Все, я обиделась. Она, причем еще его и почти никогда не использует. Да нафиг, если бы у меня был бы СМР-микрофон, я бы только этим и занималась. Шутка. Все равно придется разбавлять другим. У нее аудитория сотнями тысяч исчисляется. Ну, естественно, блин, и сотнями тысяч, потому что она же не сама все это делает. У нее есть менеджеры, у нее есть рекламодатели, у нее есть компания, которая продвигает ее. Естественно, у нее не может быть просто аудитория не быть. Дайте мне спонсорку, я тогда тоже стану популярной. Хотя никто со мной не захочет работать, знаете почему? Из-за того, что с бупсами, да-да, они все с бупсами. Ну, почти все. Это, ну, только лишь у меня бупсы настоящие, так что вы это... знаете. Пока они не заапровят, короче, никому не верить. Что я хотела сказать? Я забыла. Я забыла. Вот, короче, если работаешь с компанией, то, естественно, у тебя все хорошо. Вот. А, почему меня не возьмут в компанию? Потому что я говорю все, что думаю. Я, типа, скажу, что... Блин. Тихо. Тихо, тихо, подожди, нет, надо что-нибудь помягче найти. В своей голове. Вот скажу, что я, не знаю, не люблю собачек. Все, все, кто любит собачек, будут теперь ненавидеть меня и кидаться в меня тапками. А еще я говорю, сука, блядь, пизда, нахуй, черт ебаный. И вообще все вот это вот. И мне скажут, ты что, охуела, что ли? Может, ты прикроешь свою варежку? А я такая, нет. Это шоу-бизнес, там все через постель. Да нихуя. Если было бы все через постель, там бы... Не пришлось бы никому аватары ставить. Там все бы лица показывали. Кто вообще согласится вот, за обычную зарплату сидеть вот этой хуйней всей заниматься? Да вот, ну, не думаю, что типа вот так. Если у стримера нет харизмы, он не удержит аудиторию. Ну, это логично. Но стартовый набор-то у нее все равно намного больше, чем у меня. Были бы у меня мани, я бы уже давно кучу бы рекламы заказала. И то, что вот я такая большая компания, меня все знают. И как только я появляюсь, уже у меня плюс несколько тысяч онлайн. Только лишь потому, что я в известной компании. Базару ноль, а харматичная пиздец.
Ну, я хуй знает. Я видела только лишь пару клипов, где она говорила, что у нее есть сиськи. И все. Насчет остального я хрен его знает. Тем более, что, ну, вот... А где вот верить тому, что она правду говорит? Потому что, ну, ее ограничивают тоже контракты и все остальное, типа... А вот какая она в реальной жизни? А вот вы не знаете. Ей вот прописано вот быть вот такой. Она вот и делает. Ты видел? Она лысая, у нее парик. Да это вообще легко сделать. Я тоже лысая на самом деле. Все на самом деле ютуберы лысые, просто... Обычно никто этого не показывает, потому что всем похуй. Тело реально верят нанятым актрисам, расписанным сценарием на стримы. Ну да. Вот как видишь, верят. Видишь? Иногда вот прям... Вот я заходила на некоторые прям специально, ну, прям организованные стримы, и там прямо видно, как читают прям по бумажке. Я такая, типа... Ну, окей. Ну, как бы 100% доверять этому, но... Ты лысая, пиздец. Вот так. Все витуберы лысые. У всех нас под волосами есть лысина. Потому что так работает. Мы не можем быть без лысины. Причем тут доверие. Развлекайте контент, либо нравится, либо нет. Ну да. Но я про то, что вы типа смотрите, ну и как бы не надо прям фанатеть и думать, что ой, она такая вот всегда. Мне вообще больше нравится другая. Для меня вот касатка, она слишком вызывающая. Мне больше нравится, как ее. Я больше Амелию смотрю, потому что она более человая, что ли. И то я редко. Опа-па-па. Ты уже про другую категорию говоришь? Я не знаю. Про категорию, которая работает с OnlyFans или что? Видели, кстати, у этих стримеров, у некоторых есть прямо в этом в чате бот, который пишет: подпишитесь на OnlyFans. Я такая, типа, что, так можно, что ли? По-моему, нельзя. Че, отходите мой OnlyFans. Но вот тебя нет, ты даже не зарегистрирована. Вот я, например, зарегистрирована, только я ничего не выкладываю, потому что что? А зачем? Я просто зарегалась, не знаю, по приколу. Потом поняла, что чтобы хоть как-то раскрутиться на OnlyFans, нужно уже иметь аудиторию. И я такая, то есть вот так это работает. Бот сломался. Какой бот? А, OnlyFans не работает. Ну вот так. Упси-топси. Мне надо вот эту штучку нарисовать вот тут. Вот так. И рука моя кривая. Hee 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 hee.
Мне на самом деле начинает иногда вот раздражать. Вот какие-нибудь вот... Как ее, блин, слова? Ну вот эти вот всякие клипы попадаются мне с ютуберами. И я такая... Они что-то сказали на русском. Они сказали слово писька. Они сказали про свои бупсы. О боже мой. Она сказала про свой член. О боже мой. Она говорит что-то про дрочку. Я такая думаю, у вас только есть две темы. Либо она говорит что-то на русском, либо она говорит что-то про члены. Я думаю, а есть что-нибудь про жизнь там? Или еще про что-то, блин, клиппер. Как-то разнообразьте контент. Ну что это такое? Так да, это все, что нам мужикам надо. То есть вот так-то. Мне вообще-то интересно про разные смотреть. Че это? Мне, кстати, тут... Ну, вообще, если смотреть издалека, и вот тут немножечко замазать, в принципе, похуй. Ну, типа, я видела такие вот эти... Для рисунков, для всяких фильмов и всяких мультипликаций же рисуют фотобашные рисунки, чтобы, короче... Ну, была, главное, видна идея, а вот именно прорисовка деталей нахуй не нужна. И вот они вообще пофиг вставляют все криво, косо, вообще. Главное, что вообще картина хорошо смотрится, а остальное не важно. Я такая сижу, думаю, ну, нафиг оно надо вот это все правильно прорисовывать. У меня бупсов достаточно, член у меня у самого. Блин, дайте член. Пожалуйста. Хотя, кто знает, вдруг у меня тоже есть. Ну, тут, конечно, я профануть не могу, что у меня его нет. Но вообще, у меня в личку один раз чел написал и спросил, как тебе мой размер, раз уж вам так нравятся эти темы. Как тебе вот мой хуй по форме, по размеру? Я такая думаю, чел, какая разница? Типа, хуй, блин. Обычный. Он прислал абсолютно обычный хуй и такой, у меня так стесняюсь. И я такая, типа, да, обычный, блин. Типа, они все выглядят одинаково хуёво. Нет? Какая-то сосиска, блин, в тесте. Что это вообще такое? Сейчас меня Twitch забанит за хорни темы. То есть ты не попочник, а сисечник. Но у меня, кстати, и то, и другое есть. С этим повезло. Знаете, это чтобы баланс был, чтобы я не падала и не заваливалась. Я все равно падаю. Где-то на пару грамм, значит, больше. Надо посмотреть, в какую сторону я больше падаю. Наверное, все-таки вперед. Так, то что ж я запуталась, что делаю вообще. Тут вот так сделаю, чтобы оно типа... Ну, а, заебись. Видели это аниме? Там, где был фрагмент «Жопа или сиськи? Жопа или сиськи?»
начальники сказали, что сиськи — это все равно, что жопа, только сверху. Форма одна и та же. Так что, что бы вы ни выбрали, разницы никакой. Школа, тюрьма. А, да. Ну да. Я просто я как-то досмотрела до этой серии и дальше не смотрела. Это первая серия, наверное. Что-то как-то... Видимо, не мою. У тебя есть Дискорд, один арт-хорни вариант, там бедра и ас нарисован, очень вкусно, добре. У меня там много, на самом деле, хорни артов, так что я не знаю, про какой ты именно. Там, короче, рисую все, что меня попросят. Правда, меня ничего не просят, поэтому я рисую себя. И там есть я в купальнике. Я хочу, короче, знаете, как делать? Вот, когда мне ничего не просят, я хочу делать этим. Знаете, это когда, короче. И у них есть Инстаграм. И они, типа, как персонажи нарисованы, при этом фотка. Я хочу, короче, делать вот фотки. Я обрисовываю их, как вам идея? Мне вот нормально. Мне бы зашло, если бы я делала. Если бы я смотрела. Потому что я люблю такие штуки, когда типа... обрисовано, типа, фоточка. Вот. Там какая-то фееричка с четырьмя рогами, серая с пятнами. Такая феричка. Феричка типа ферал. Ферал это дикий. Дикий. Не, у диких нет сисек, подожди. А, форточка. Главное, случайно не открыть. С четырьмя рогами. Четырьмя рогами. Нет, тут нет рогов. Тут тоже нет рогов. Нет рогов. И тут... Да, у них у всех жопы большие. Тут вообще... А, вот это? Чел, кстати, считает этого персонажа небинарным. Вот. Ну, кстати, мне тоже этот арт нравится. По большей части не из-за жопы, а из-за лапки. Я над лапкой постаралась. Хорошо, она прикольно вышла. Вот. Показать не могу. По понятным причинам. Не могу лапку показать. Лапку могу. Отдельно. Нет, сюда не вставилась как-то. Ctrl V.
лапочка, маленькая лапка. Все остальное нельзя. В общем, как правило, если вы видите, что на арте что-то нарисовано лучше, чем все остальное, то, скорее всего, мне просто больше всего нравилось это рисовать. Очень-очень просто определить, что мне больше всего нравится. Вот. А иногда на самом деле у меня арты некоторые. Какая-то будет картина с двумя слоями. Ваня. Потом снимут один слой и второй слой. А, ты про такое? Это в фотошопе и в это не в фотошопе. Кстати, у меня, блин. Прикиньте, я купила вечную копию, вечную лицензию для программы, вот, которую я сейчас рисую, называется Clip Studio. Не буду рекламировать, потому что, сука, уёбки. А, короче, они такие, купите нашу вечную версию. Вот вы... На каком слое я рисую опять? Что это за слой? Ладно. Купите нашу вечную версию за 5000 по скидочке, и тогда вы можете пользоваться нашей программой все время и без ограничений. Я такая. Ну, отлично, короче. В первый раз в своей жизни я куплю себе программу, блин, а не видеоигры. И такая, ну все, короче, буду на ней работать. Вот я привыкла к ней, вот работаю. И знаете что? Сегодня последний день лицензии, оказывается. Очень вечная лицензия, настолько вечная, что она вот-вот заканчивается. Я такая, типа... Какого члена? Там написано было. Без ограничений, без никаких. Типа, а сегодня я смотрю уже, и мне пишут такие... Ну, ты как бы можешь попользоваться ей еще месяц, но потом все. И я такая, типа... Не, это-то понятно, но я хотела пользоваться платной программой. Дело в том, что тут предлагают всякие ассеты, 3D-модели, все вот это вот. И типа ты этим пользуешься. А потом у тебя берут это и все и забирают... Типа кисти, например. Я, например, у меня есть платные кисти, которые я вот здесь вот устанавливала. Тут есть платные кисти. То есть, если ты не продлишь подписку, получается, которую я уже, в принципе, оплатила на самом деле, как бы, но они считают, что нет. И, типа, я такая, а в смысле? Вы не охренели? А и меня наебали. Главное, у них написано, что все вообще-то наши основные клиенты уже пользуются другой версией. Как бы одни только вы, лохи, тут сидите на вот этой вот полубесплатной версии, которая дешевле, чем мы рассчитывали. Типа... Вы сами такие условия поставили. 5000 для вас уже недостаточная сумма или чё? Ёбки кручу. Придется выкручиваться как-то. Потому что я уже к этой программе привыкла. Я с помощью нее вот эту вот анимашечку сделала. На ней очень удобно анимации делать. Я хотела маленький мультик нарисовать. Масенький. Для заставочки на стримчик. Вот. Если мир завтра будет существовать, требую разврат. Ладно. Требую разврат.
сейчас в личку, пожалуйста. Пусть это будет кусты, короче. Там 5к, наверное, лет на 10 хватит. Ну это вообще, это ужас какой-то. Сами главные условия прописали, сами забрали. Рулеточка. Хрю-хрю. Разврат. Ура, разврат! Только не отжимания. Блин. Придется очень тихо делать, потому что у меня час ночи. У нас сегодня будет новогодние бубенчики. Очень по-новогоднему. Та-да! Та-да! У меня оркестровые бубенчики. Они очень громкие. Тихо-тихо, почти не дышать на них. Короче, если я хоть сейчас, хоть любое резкое движение сделаю, то они такой грохот сделают. Как сделать цань-цань-цань? А, надо по низу бить. Что, новогоднее настроение появилось? А если вот так сделать? Не слышно, да? Тихо, все, не дышать. Нормально. Если я их потрясу, то вы оглохнете. Поэтому я не стала ставить это на баллы канала, чтобы это не было так часто. У меня есть знакомый, оформил курсы на организатора, уехал в отпуск. Перенесли, он согласился. В итоге их перенесли, нет, по времени, в еще другой город. Он затребовал возврат денег, и мы не вернули. Вот суки. Это случайно были не скилл чего-то там? Но не все любят писать скилл. На самом деле, там от скилла, блин, только название. Окей, 1к баллов наформил, еще один шаг ближе к цели. Заказать игру, пойду спать, короче, спокойночки. Спокойночки. Спасибо за все вот это вот. Потом он написал, что напишет прокуратуру на мошенничество, потом еще отзывы напишет, а вернули, типа, прошлое почти потеряли. В первый раз ему не ответили. И чё, чем закончилось? Вернули деньги. О, ну это хорошо, что хорошо закончилось. А у меня такой возможности нету. Потому что это не совсем прям... Ну это не так. Today on this beautiful day, Bobro, you are leader Подвору. У меня есть маленькая Подвора, вон там. Зачем мне две? Зачем мне две Донешнеллер?
конечно, хорошо, что Donate Chantaliter существует, в принципе. Подора у меня уже есть. Чем больше, тем лучше. Подору, подору. What the dog doing? Аф, аф, аф. Аф, аф. Аф! Так. Имеет ли вообще смысл, что я так прорисовываю елку? Кстати, можешь какую-нибудь другую кисть взять, более текстурную, чтобы мне меньше рисовать? Она была более флайфи. Есть что-нибудь такое прям? Шу-шу-шу. Кстати, неплохо выглядит. Вот чем бы я не пользовалась, а все равно использую, кстати, вот эти кисти из фотошопа. Их можно сюда залить. В фотошопе единственная проблема — это лайн-арт. Вот именно очень аккуратные линии, вот такие, вот красивенькие. В фотошопе сделать практически невозможно. Там они какие-то... Вот так как-то. Короче, неудобно рисовать. Это вот проблема фотошопа. Они вроде как это исправили, сделали... Они сделали единственный момент, что она вот так вот, типа... Она раньше в фотошопе сделала вот так, короче, она делала вот такую линию, потом вот так и делала такой в конце каждый раз. И каждый раз приходилось подтирать это все. Короче, фотошоп досрал. А теперь они это убрали, и я такая, типа, ого, ого, я теперь могу делать красивый лайн, там, красивые линии. Не, нихуя. Программа, для которая стоит псевдо 5000, намного лучше с этим справилась. Поэтому я тут и осталась. Вот. Photoshop лучше Clip Studio? Я лично Paint там пользуюсь. Paint. Не знаю. Ты что, не шутишь, что ли? Не, я хочу здесь остаться. Просто, видимо, придется мне с этим разобраться. По-мужски. Ну или... Вообще там... Если вдруг я начну зарабатывать побольше, и мне придется, наверное, покупать подписочку. Но когда это случится, я не знаю. Не знаю. Потому что я бы хотела и дальше тут сидеть. Грустно. 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 Кстати, а что это? Я из текстуры бумаги опять рисую. Да что ж такое-то? Ну, издалека, в принципе, незаметно. Уже немножко похоже на елки.
вчера смотрела видосик о том, как же легче девушкам на Твиче раскрутиться. И я такая... Два года уже стримлю. Два. Два! Один раз челик написал, ну, когда я еще год стримила. Написал такой, типа, что-то такая непопулярная, что-то, фу, блядь, что ты рекламу не делаешь себе, ты что, днище какое-то, могла бы побольше подписчиков себе набрать, и я такая, типа, в смысле? Мужиков баллов канала нет, почему? Упущение? Девушек на Дитгуд больше. Я уверена, что я на один год больше большинства, кто есть на Твиче. Да, даже не на один. Для стримов ты имеешь в виду, мне надо еще год постримить. И тогда... Известно, что случится. Мужики не популярны. Ну, смотря какие. Сейчас зайди в топ Твича, там одни мужики будут. А знаешь, если вдруг скажу, что и я иду стримить, блин, на другую платформу, за мной толпы, не знаю, не повалят. А вон мужики таким часто занимаются. Саша Грей. Ну, слушай, может быть, это твоя предложка такая. Потому что... Ну, она же тоже индивидуально предложка работает, нет? Типа, примерно как на Ютубе. Туда в топе Твича только твои мужики. На самом деле я смотрю всех на Ютубе. Если кто-то есть, кого я смотрю, то я либо смотрю запись на Ютубе, либо просто видосы. Потому что я такая... Либо я захожу к маленьким челикам, у которых вообще почти никого нет. Потому что они мне отвечают. Потому что я захожу к какому-нибудь популярному челу, вижу этот чат, который... бежит с огромной скоростью. И я такая, типа, я пойду, пожалуй. Ты смотришь на Рутубе? Конечно, на Рутубе. Делать мне больше нечего, на Рутубе сидеть. Смотреть по 50 реклам, блин, в секунду, которые никак не блочатся. Ну нафиг. Нет, я просто говорить не умею. Я один раз решила посмотреть видосик на Рутубе, блин, и такая реклама. Думаю, окей. А потом вторая реклама такая, а, да? И такая, потом третья реклама, и я такая, да сколько, блядь? Хватит! Видео-то будет? И, короче, я лёфнула. Почему не про Ютуб? Про Ютуб как раз таки. А про что еще? Пока что это самое удобное, что есть. Блин, мне так обидно на самом деле, что ТикТок закрыли. Я там только начала это... выстреливать хоть как-то. Они взяли и закрыли, сука. И не успела зайти на хайп-трейн. Горестно. Вы
его закрыли. Ну, ТикТок, и там нельзя загружать видос. Нет, это правда нет. Там уже никого нет. Он заблокирован. Там только старые видео проигрываются, там новые нельзя делать. И иностранцев тоже нельзя смотреть. А как же я буду без видео с котиками вообще жить? Ужас какой. Приходится на Ютубе все смотреть. Слышала такой слух, что ТикТок хотят заблокировать в Америке тоже. Типа там китайцы вот следят за всеми. Ой, я дура, что ли? Я дура. Как же на льду у меня будет трава расти? Ну, блин. Ледяная трава, что это? Ладно, еще у берега там чуть-чуть. Ну, прям, чтобы посередине... Лёд. Ладно, тут пойдет, пусть будет. Но вот тут уже не надо. Можешь сделать типа как будто бы тень вот такая, типа. Точнее, отражение такое. Слегка. Не слух, говорили, ну как по факту неизвестно. Ну вот так, узнаем. В общем, фон почти готов. Может, в принципе, еще там будет поделать что-нибудь там. Буду там каждый листик прорисовывать прям. Потом чайник это делаю. Я думаю, я 2 часа прорисовала, можно будет, не знаю, полчасика или сколько-нибудь поиграть еще чуть-чуть. И все, и стримчик закончится. Вот, так что... Ютубчане, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Потому что Ютуб, кстати, блокирует мои видосы. Если просмотреть, то у меня видео идет, первое видео 60 просмотров, потом 100 просмотров, потом 300, потом у меня 500, у меня есть видос на 2000, а потом резко в какой-то день у меня началось идти по 20 просмотров на каждом видео, по 20, по 30, по 40, 50. Чисто я такая, типа, верни мне мои просмотры, я только начала получать что-то. И такая, типа, я не нравлюсь Ютубу. В общем, поэтому ставьте колокольчик, потому что он мои видео не предлагает. Обидно вообще, ужас. Вот. А чё, поиграем тогда?